Рад всех приветствовать, это RT Games, Руслан Терехов, и мы продолжаем искать секреты в игре Kena Bridge of Spirits. Что ж, ставь лайк, подписывайся, комментируй, а главное, наслаждайся видео. Мы находимся с вами в зоне поля, вот здесь вот где этот амбар. Можно взять слезу, берем слезу, взяли. И этой слезой нужно поливать весь огородик. Поливать огородик. И когда мы поливаем огородик, у нас вырастает тыковка. Вот, к сожалению, видео у меня не записалось. Что-то запись не пошла. И здесь вот появляется тыковка. Нажимаем на Е собрать эту тыковку. Внутри у нас сидит тленыш. И у нас будет шапочка тыковка. Вот такие дела. Что ж, продолжим на следующем секрете. Всем спасибо. Продолжаем, дорогие друзья, собирать секреты. Мы в игре Kena Bridge of Spirits. Вот у нас башня. И от башни вот здесь вот сразу рядышком амбар. И вот тут доски навалены, да? Идем к этим доскам. И тут вот кубик. Убираем этот кубик тленышами. И здесь нас ждет сундучок. Забираем сундучок. А в сундучке у нас замечательная шапочка подсолнух. И нажимаем на карту, смотрим. Зона поля. Шляпки у нас 10 из 10. Замечательно. Всем спасибо. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И тоже собирайте вместе со мной все секреты в игре Kena Bridge of Spirits. Всем спасибо и пока-пока.